Сёння ў Гомелі адкрыўся крызісны цэнтр для людзей, якія апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Сацыяльна значны аб'ект размясціўся ў Навабелецкім раёне. На плошчы амаль 100 квадратных метраў, 10 спальных месцаў, кухня, ванны пакой. Спыніцца тут можна будзе на месяц у найбольш складаных выпадках да 90 дзён. Праект рэалізаваны беларускім таварыстам Чырвонага крыжа пры падтрымцы ўладаў і спонсараў. Для беларускага общества Красного креста вот подобного рода сервіс, наверное, первый і унікальны. Потому что это действительно собственное здание, это предоставление тех услуг тем нуждающимся, которые сегодня, по крайней мере, могут найти крышу над головой, когда с ними случается вот, экстраординарная ситуация. Центр многофункциональный, и он предназначен не только для предоставления убежища. Конечно же, здесь предоставляются сервисы в помощи найти в будущем работу, узнать, где ты можешь получить дополнительную помощь, с тем же с медицинскими услугами, помощи социальных служб, какие территориальные социальные службы могут помочь в какой ситуации.